два раза в год перед Днем России и перед Днем образования органов внутренних дел мы будем проводить такие гарнизоны, общеобластные гарнизоны развода, с тем, чтобы показать, что мы себе представляем, чему мы служим, во имя чего, ради чего мы служим, свою организованность, понимая свои задачи, цели и вопросы охраны общественного порядка, в том числе, куда сегодня заступили наши сотрудники органов внутренних дел. Это наша, в первую очередь, первоочередная задача, помимо всех тех значительных многоотраслевых задач, которые решает Главное управление МВД по Самарской области в целом. Сегодня более 600 человек задействовано личного состава. И надо продумать нам головные уборы для участников общественных объединений. Единый, да. ТНД, народный контроль. Надо заказать, мы все это дело определим, оплатим, да? Да, точно.